А в Саранске осваивается дебютант финальной части чемпионата сборная Панамы. Команда оказалась в одной группе с соперниками из Бельгии, Англии и Туниса. Как Панаме удалось добраться до России и на что рассчитывают сборные, узнал Алексей Конопко. Сначала Осло, потом Москва и, наконец, оно – селфи из Мордовии. Эта сборная не добиралась еще никогда. Причем не только в географическом смысле. На чемпионат мира Панама безуспешно пробивалась с 1974-го. Вот и в прошлогоднем отборе шансов почти не было. Но гол в ворота Коста-Рики за 2 минуты до финального свистка, и комментатор, стадион, а вместе с ними вся страна, кричит одно и то же слово. В тот день фанаты на трибунах растянули огромный баннер. Попасть на чемпионат – наша мечта, причем по-русски. 11 октября в Панаме теперь официально праздник. На победы я особенно не рассчитываю. Все-таки Бельгия очень сильна, да, и Англия есть Англия. Но для нас очень важно просто быть здесь. Панама – маленькая страна, но мы любим футбол и гордимся, что попали в Россию. Первый матч на Мундиале сборная проведет в Сочи, затем поедет в Нижний Новгород. А вот базой выбрали Саранск. Эта школа Олимпийского резерва одна из самых современных в России. Здесь, например, подготовили 4 олимпийских и 30 мировых чемпионов по легкой атлетике. Возможности этого центра панамцам точно пригодятся. На турнире у них самая возрастная команда – 9 игроков старше 30. Это же, впрочем, и плюс. Половина основного состава сыграла друг с другом больше 100 матчей. Так что с взаимопониманием проблем не будет. Да и группа досталась с надеждой на успех. Шансов обыграть бельгийцев и англичан у дебютантов Мундиаля, если говорить прямо, нет никаких. И именно третий матч в группе против Туниса, который состоится... Вот на этом стадионе станет надеждой сборной Панамы на первую в истории победу на чемпионатах мира. И если сборной Красного Прилива предстоит привезти домой очередной национальный праздник, то подарит его ей, скорее всего, именно Саранск. Алексей Конопко, Антон Мусикян, Александр Сидоров. Вести Саранск, Мордовия.